Здравствуйте, сегодня 14 апреля 2019 года. Мы находимся с моим братом Юрой на Карасунской набережной. И вот слышно, как петухи поют, сейчас вот послушаем. Пели же только что. Или они как-то по сигналу по какому-то? О, вот, запел. Да, тут вот все разрисовано граффити, а рыбаки сидят. Вот тут красивые сейчас граффити будут. Лягушки квакают. Да, утки плавают. А вот этот дом, видишь, вот. Ага. Совсем все. Тора долгострой? Долгострой. Брошенный. Вообще брошенный. Угу. Уже окна вставлены у меня такие. Вот граффити, видишь? Угу. Он квакает, как лягушка. А это что, вот эти деревня-то как называется? Это Пашковка? А, Пашковка же это, да? Пашковка, это все Пашковка. Ага. А там новый микро ЖК. Вот так-то здорово жить на воде. Ну вот так видно, да, вот. Сверху воду можно наблюдать. Но комаров ужас. Здесь гулять невозможно. Варламов такие места называет гетто. Да. Потому что столько, ну не знаю, в одном месте столько людей. Ты скажи, что здесь... Не, ну по крайней мере здесь есть вот набережная, она... Окраина города, это окраина города. А тут чисто везде, все красиво. О, какой дракон красивый. Вот этот, смотри, вообще здорово, красиво нарисовано. Чисто, красиво все, нигде ничего нет. Вот, пожалуйста, правда, скамейки сломаны. Угу. Но это уже молодежь отсюда. Да, это окраина города, вот Юра просит уточнить. Да, окраина города. А вот, пожалуйста. Ну, все, в общем-то, цивилизовано. Все цивилизовано, да. Все ухожено. Газон стрижен. Чисто. Вот, вот эти дома. Вот, да, вот эти дома, которые мы сейчас прямой эфир проводили с собрания обманутых дольщиков. Вот этот крайний дом, который не ждал. Да. Голубой. Угу. Вот где кран торчит. Вот так тут он, какая красота. Да? Вот кое-как сохранили. Тихо. Да. И мы подходим к храму. Это Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя. Он как считается, как временный или как? Это да, это вот эта временная сборная постройка. Угу. Она специально сделана, временная. Ага, он такой какой-то больше на армянский похож. Да, он, ну, это аналог храма, который находится в Керчи. А-а-а. Это аналог храма Иоанна Предтечи. Угу. Он Предтечь, будет такой, да. Именно большой. Угу. В смысле, он где-то будет заложен и будет строиться? Да, он здесь, да, это временный, а тут будет строиться храм. Угу. А сейчас пока вот
храмовые комплексы, церковная лавка, воскресная школа. Тут проходит православная выставка-ярмарка. Здесь есть все буквально. А строительство, вон тут какой газончик красивый. Да, вообще идеальный. Ух ты! Какой красивый газончик, деревья. Здравствуйте. Он благословляет. Это настоятель храма. Это. Очень приятно, да. Это вы так для себя что-то? Он с Анапы вообще. Я вообще блогер. Да? Он, да, варварский курень, казак атаманского варварского куреня, и знаком с отцом Алексеем очень хорошо. Они с ним в Москве познакомились, до сих пор ведут службу. Вот так. Ну да. Хорошо, хорошо, приятно. Отца Алексея знаете? Отца Алексея. Гусева. Гусева? Да. Я знаю, конечно. Да. Вот он, храм какой там. У него брат тоже служит, отец Андрей. В Юровке, по-моему. Вот. И вот он приехал из Анапы, и я ему показываю этот наш храм. Очень приятно. Снимайте, ходите. Да. Спасибо. Благодарю. Вот здесь будет так устроиться, вот здесь. Этот храм большой, он будет строиться вот в этом месте. Вот. Тут будет и купель, да, звонится. Тут будет это самое. Ну, место красивое, конечно. Да, да. Такая вот все-таки вот эта водная гладь, это здорово. Игровая зона здесь будет красивая. Фонтан. Вот сейчас они не знают, что заложили. По-моему, фонтан. Уже, потому что по проекту здесь, видимо, фонтан. Ну, а вот там что за камень? А, закладной, чтобы строиться храм. Хочешь в храме снять? Не, не надо. Не будем, я как-то в храмах не очень-то. Видишь, такая красивая зона? Вот посмотри этот камень. Да. Божией милостью по благословению Высокопреосвященнейшего Исидора митрополита Екатеринодарского и Кубанского на всем месте будет построен храм в честь святого и славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Крестителя Господня Иоанна. Ну вот на этом я вот свой репортаж заканчиваю. Вот, кстати, интересный ящик, сбор вещей. Я такой тоже никогда не видел. Вот. Все про него написано. Вот сам храм какой будет. А это вот его территория на озере, видишь? Там вот фонтан сейчас заложили. А сам храм вот где крестом указан. Вот. Здорово. А это вот эта часовня, которая временно сборная конструкция. Здорово. Ну вот, здесь мы заканчиваем свой репортаж. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Храни вас Бог.